Играем с буквами. Летаем в космосе. Покупаем вкусняшки. Ссылки на игру под видео. Качай, ну! Смотрите новые серии эксклюзивно на Иви. Тихо все. Бода Барона. Бода забывает. Привет, дети. Сейчас я расскажу вам очень интересную историю, которая случилась со мной сегодня утром. Ну ладно, пока. Бода, а как же история? Какая история? Про то, что случилось с тобой сегодня утром. А что случилось со мной утром? Не знаем, ты не успел рассказать. Вы все перевираете. Так, слушайте. Проснулся я утром. Встал с этой, с луны. Нет, с елки. Ой, нет, и с потолка, со стены. Вот глупости в бороду лезут не кстати. Эй, дети, с чего же я встал-то? С кровати. А, во, точно. Потом я почистил чего-то. А может, кого-то. Кажись, бегемота. Не, он уже чищенный был. Значит, трубы. Нет, эти во рту есть у каждого. Зубы. Чистые зубы-то лучше жуют. О. Ой. На завтрак и надумал я сделать салют. Ох, нет, не салют, молоток. А, огород. О, как булочку с сыром зовут? Бутерброд. Вот-вот. Ну и, значит, полез за едой. За шиворот, что ли? А, в бочку с водой. Не, вроде в вагон. Или в этот, в мобильник. О, не. А в шкафчик такой, где мороз? Холодильник. Да-да, холодильник. Я так и сказал. Там пусто. Пошел я за булкой в спортзал. В музей. В зоопарк. Ну, где много витрин. И всяких прилавков, и касс. Магазин. О, точно. Пошел я в большой магазин. Купил там крота. Или нет, апельсин. Воздушные шарики. Ласты. Шкатулку. Так, что я на завтрак искал себе? Булку. А, верно, купил и пошел не спеша. Ух, булка моя, до чего хороша. Ну, все, малышня, я закончил рассказ. А булочку я подарю вам сейчас. Вот. Бода, это не булочка, это воздушный шарик. Ну, конечно, воздушный шарик, а при чем тут булочка? Ты обещал показать булочку. А, булочку, так я ее съел давно. Ладно, не плачьте. Вот вам вместо этого фонарик. Хм, булочка. А что я тогда съел? Новый кот. Эй, дети, готовьтесь. К нам праздник идет. Его называем мы все Новый кот. Не кот, а год. Новый год. Вы время на споры не тратьте без толку. Нам надо игрушки повесить на полку. Ха-ха, не на полку, а на елку. Ну, дети, сказать не дают ни словечка. Еще нам нужна новогодняя печка.
Не печка, а свечка. А лучше много свечек. Вот вредная нынче пошла детвора. Для елки вот этой нужна конура. Мишура, мишура, не конура, Бода. Пожалуйста, вешайте хоть пылесос. Когда все украсим, придет пес-матрос. Нет, Дед Мороз придет. Ко всем, кто от дедушки ждет поздравлений, на санках везут его 9 тюленей. Олени, северных оленей. Так, дети, я из бороды ради вас лезу, а вы все коверкаете! Вода, мы не коверкаем, мы помогаем. Помогатели, знаете ли. К нам дед подойдет, краснощекий, седой, в тулупе и шапке с большой ерундой. Не с ерундой, а с бородой. Так, в общем, когда этот дед к нам придет, начнем мы все дружно водить теплоход. Хоровод начнем водить, Бода. Хоровод. Вы, главное, деду прочтите стишок, и он за подарком полезет в горшок. Не в горшок, а в мешок. Там куча конструкторов, кукол, машин. В придачу к подарку он даст аспирин. Может, мандарин? Тому, кто в костюм карнавальный одет, дед выдаст по 5 шоколадных котлет. Конфета, не котлет, Бода! Такой вот уж праздник! Не спорьте со мной! Его каждый год отмечаем весной! Зимой отмечаем! Бода, ты куда? Устал я от вашей помощи! Можете праздновать Новый год хоть летом! А я пошел полку кожурой наряжать! С Новым годом, Бода Борода! Ну ладно, уговорили. Ой. Давай, Дед Мороз, рассказывай свое стихотворение. Венера. Самая яркая звезда на ночном небе — Венера. Планету! Вытирайте ноги и заселяйтесь! Ссылки на игру под видео. Качай и играй! Путаница с волками. Здорово, дети! Привет, Бода Борода! Сегодня я научу вас пить какао. Бода, ты что, какао надо пить с молоком? Правда? Тогда я пошел в лес. Зачем? Как зачем? В лесу волки, а волки дают молоко. Молоко дают коровы. Коровы! Волки! Пойдем покажу. Так, волк, молоко давай. Ой, кажется, это не та порода волков. Ой, кажется, я согласен найти специальную молочную породу. Бода, а где же ты найдешь молочную породу волков? Ну, конечно, на деревьях.
Молочные волки летают по небу и живут в гнездах. Нет, в гнездах живут птицы, а не волки. Опять за свое. Птицы молока не дают, а значит, на деревьях живут волки. Айда за молоком. Странная бутылка. Как она открывается? Боря, это же яйцо. Что же вы сразу не сказали? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ай! Ой, морфики, это неправильное дерево. Молочные волки живут на специальных деревьях, которые растут в космосе. Земля, земля, я буду, прием. Иду на стыковку, сливаю молоко. Я сейчас же иду в космос за молоком. Что такое? Опоздал на ракету. Что же делать? Как же морфики без какао? Бода, не расстраивайся, мы поможем. Смотри, может, это молочный волк? У молочного волка должен быть скафандр. Он же из космоса. Ух ты! Космический молочный волк! Ну-ка, тихо. Волк, дай, пожалуйста, мне быстро молока. Хе-хе-хе. Ну что я говорил? Молоко дают волки. Понятно вам? Понятно, Бодоборода. А теперь героический укротитель волков Бода научит вас пить какао. Бода, какао надо в молоке растворять и пить. О! Почему же вы мне раньше не сказали? Ты куда? За молоком. К корове? То есть, к волку? Нет, в магазин. Приз для Бода. Здорово, ребята! Здравствуй, Бода! Сегодня я научу вас получать призы. Чтобы получить приз, нужно встать вот так и сказать: я с радостью беру этот приз за мою прекрасную книгу. Ой, а где приз-то? А? Бода, чтобы получить приз за книгу, нужно ее сначала написать. Хе-хе, всего-то. Сейчас возьму и напишу. Морфики, несите мне лист. И ручку. Смотрите, кладу лист на стол и пишу. Во, вот так. Бода, это лист лопуха. Чтобы писать, тебе нужен лист бумаги. И пишущая ручка. Это как это так? Слова одинаковые, а вещи разные? Одинаковые слова, обозначающие разные предметы, называются омонимы. Из-за ваших омонимов у меня вдохновение пропало. Все, не буду книгу писать. Буду из лука стрелять. Морфики, где мой лук? Как это? Ага. Бода-борода, для стрельбы нужен другой лук. Вот такой, со стрелами. Не хочу я стрелять из ваших омонимов. Хочу в хоккей играть. О, верные мои морфы. Сделайте мне каток, да и побольше. О, большой каток. Хороший. Бода, для хоккея нужен ледяной каток, а не строительный. Ай, как вам не стыдно меня расстраивать? И лук вам не хоккей, и каток вам не книга. Да я сейчас на этом катке вокруг земли объеду и все призы получу. Только переделайте его в настоящий трактор с гусеницами.
Отлично, поехали. Ой, Бода, гусеницы у трактора должны быть металлические, а не живые. Ох, ваши амонимы мне весь рекорд испортили. А значит, я все равно заслужил приз. Ну, давайте уже приз. Я готов. Чтобы получить приз, надо быть в чем-то самым лучшим. Хм, о, чуть не забыл. Я же самый лучший учитель. Дети, сегодня я расскажу вам про амонимы. Это такие одинаковые слова, которые обозначают разные предметы. Вот найдите мне здесь пару амонимов. Вот и вот. Застежка-молния. И молния, которая сверкает в небе во время грозы. Вот, молодцы. Видали, как хорошо я вас научил на пустом месте? Ура, Бода, ты лучший учитель. Давайте дадим Бода приз. Давайте. А вы боялись. И вовсе это не страшно призом награждать. Найдите мне правильные продукты. А неправильные я и сам вижу. Чай. Вода. Соус. Лимон. Шоколад. Не-н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 е. Помоги мне найти продукты на полке. Конфета. Газировка. Не-не-не-не-не-не-не-не. Газировка. Морковь. Кабачок. Полезные и вредные продукты. Мясо, крупы, молоко, фрукты, овощи. Полезные продукты. Они содержат витамины для роста и развития. Редис. Соус. Торт. Эх, промазал. Помидор. Банан. Хлеб. Газировка. 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 Апельсин. Ну вот, опять ничего вкусненького не купил. То нельзя, это нельзя. Ссылки на игру под видео. Качай и играй. Мемуары Бода. Это буквочка М, знакомая. И букву О тоже знаю. А эту вот не встречал. Ну и ладно, обойдемся. Привет, Бода! Здрасте, здрасте. Бода, а что мы будем сегодня делать? О, как это что? Я вас сегодня научу писать вспоминалки. Ты имеешь в виду мемуары? Вспоминалки, миамуры, мирумары. Это все одно и то же. Мемуары. Да-да, поехали. Мемуары Бода. Когда он, я, был совсем карапузный карапуз, то жил в сельской местности с названием деревня. Да. А вокруг были паса, леля, то есть это поля, леса и речка. Холодная. И там, на холме, рядом с речкой, стоял мой дом. Это что такое? У меня совсем другой дом. Где крыльцо? Где окошки? Кто хулиганит? Бода, ты перепутал буквы. Да? А как надо? Ты написал «том», а надо «дом». Хм. И ничего я не перепутал. Это буква сломалась. А рядом с домом был большой вишневый сад. Эй, у нас не такой сад был. Это кто здесь все перепутал? Это снова буква не та. Правильно писать не сяд, а сад. Так-то лучше. Это кто там ягоды без спроса немытые ест? Ой, кто это? Мама! Бодочка! А как бородка твоя исхудала! Наверное, сам давно не ел и морфиков не кормил.
Да, дети, когда я был карапуз, я жил с мамой, которая каждую неделю пекла мне вкусный-привкусный торт. Мя-мя-мя-мям! Мамочка, мамочка! Три, два, один! Приятного аппетита! Ой! Не пропекся, похоже. Бода, в слове опять ошибка. Вот, получился торт. Вам бы лишь бы ошибку найти, а я расхлебывай. Ну как, Бодочка, понравился тебе тортик? Держи еще кусочек. Спасибо, мамочка. Ну что, интересные у меня мур-мур-муры? Да, Бода, интересные у тебя мемуары. Так, осталось подписать. Вот моя подпись. Бода! Ой, ой, что-то у меня все болит. Ой, и бок болит. Ой, ой, шесть я, ой, ой, ай, ай! Бода, ты написал Бобо. А надо Бодо. Дети, нельзя делать ошибки в словах, а то может какая-нибудь ерунда произойти. Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иви.